не сочли нужным соблюдать букву закона владельцы как минимум двух туристических баз в Слюдянском районе. Речь о гостевых домах «Байкальские медведи» и «Байкал-Йетти». Они прекратили свою деятельность по решению суда. Причина закрытия банальна. Дело в том, что земли, на которых размещены объекты, предназначены для индивидуального строительства. Кроме того, вода на них использовалась без надлежащего водоотведения. Проще говоря, ресурс брался из подземных источников, при том, что лицензии на это не было. Что, в свою очередь, не дает никаких гарантий безопасности гостям. Как итог, суд приостановил работу объектов до устранения нарушений. К слову, базы пользовались большим спросом. В интернете они имеют неплохие отзывы, однако мнение людей в данном случае не является решающим. Ведь владельцы мест отдыха нарушили закон. Кстати, на популярных тревел-сайтах почему-то все еще можно забронировать номера на закрытых турбазах.